Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а сегодня мы будем проходить лесного и ледяного титана. Всем приятного просмотра. И где оно? Ну, вот, Сарочка. Бегите. Давайте, вокруг. Погнали. Не лечу. Нормально, идем нормально. Говорю, кругом. Кругом ходим, вы че встали? Да где, нормально. Блять. Кругом. Я же сказал, кругом. Я вообще сказал. Тихо. Погодите. На нахер, я же что мы говорили? Блять, я не слез. Он скинул. Да. Фух, ебать. Это невозможно. Это возможно. Ладно. Вивер, ну. Бабух с разворотом у парня все плохо. Ух, ебать. Мощный мужик. Хорошие тамада и конкурсы интересные. Так, стаминка. Поймали гигу чью-то. Вова, тебя поймали. Как я перегрузился. Дерево! Вова, беги! Нет! Блять! Вова, можешь резнуться? Да. Гигу Вовы, отведите кто-нибудь. Срочно. Да погоди, а гига-то Вова, она выживет. Нам надо Вову подождать. Чё там? Беги быстрее. Так ты процесс. Вон она под ним. Под ним? Да. Вон она стоит, видишь, слева, вон. Вов, она на он на меня пока сагрился. Садись бегом. А, сука. Хуй. Блять, Карас. О, да. Пиздец. Отходи. Даже можно выйти. Заебись. О, так телепорт. О, так меч. Ой, верно, дай полетать. Стоп. Рано радоваться. У кого вещи? Да у меня. У тебя вещи? Наверное, ищем, да, этот. У меня. Ну-ка, а дай посмотрю. Так, а, ну, отлично. Бошку титана там откладываем, да? То есть, я хочу полетать. Нет, не летай, нет. Я хоть бога с нее соберу. Бывает. Вов, забирай бошку титана. Ты знаешь, куда ее. Она в инвентаре его гиги Толиной. Да, что ж я не вижу. А, все, здесь забрал. Сейчас, минутка у меня. Таймер. Да. Так нас сейчас все прям хватает? Конечно, должно. Да она... Обожаю эту сову. Вот я упал на гигу, но все равно сквозь гигу свалился, это вообще. Я отремонтировал нашу будку после аргумента. Да ё... Вот он бежит уже. Да, спасибо, Вова, за победу. Нет! Круто, Вова, зато гиг заморозил. Еще и сотый. 600-й, ничего себе. Надо было отхилить его. Кого отхилить там еще?
Да я хз, ё-моё. Я пытался будку починить, в итоге не вышло. Вот. Че, идем? Ну и иди там сзади четвертым. Замыкающим. Тудун, тудун. Вова, не надо так летать. Вова, ты летать умеешь? Он летает. Ой, какой снежок! У него, оказывается, текстурка есть. Да ладно, Серёга. Да, ты чё думал? У снега текстурка есть, а я думал, земля. Блядь, жирный, сука, дань. Давайте просто в друг дружке не застревать. Хорошо ж идем. Да. Белые медведи, ненавижу белых медведей. Так меня сегодня мешали ферры какие-то. Че шо белый, что обычный? Одна хрень, вот все мерзкие. Отлично идем. Что должно было пойти не так, если мы на чертовы гиганотозавры. Пошел, да. Многие даже не агресс. Ну, я выбираю левую. Я выбираю левую сторону. Два туда, два сюда. Ну да, нам на монагах тут делать нечего. Сейчас как выйдете вон в эту... Вон сейчас, когда рыжего креста вы дойдете, тупо на... Потолка выпадает лишь. А, ну да. А, тут еще не поворот. Это что, отпинговал, что ли? Нет. Мне ничего не было. Что-то странно. Так, щелик, не голодай. Ля-ля-ля, бежит гигант Апитек, смотри. Спортсмен чисто. Остановлюсь. Сейчас охранник. Направо сейчас. Суметровочку побежал. Его то ли захавал. У них же еще сейчас бах. Самец и самка. Кстати. Ну это тоже. Не понимаю, правда, как это работает, но это работает. Как тут, блять, красиво вообще. Ну так. А ты чё думал? Влога и магмазавров куда красивее, там прям так все светится, пылает, яркое. Сколько у тебя там FPS? Ну, блин, это, конечно, да, потому что у меня по 40 там проседает, а то и по 30, ну, блин. Если бы у меня хотя бы 30, то... Вы не отстали там? А то воруем яйца с 12 FPS. Вы там не отстали? Нет, Толя, я смотрю за Толей. В этот раз ультра легко. А что, до этого было сложно? До этого их больше было. Они не, ну я знаю, конечно, их много, но вот видишь. Там что, контейнер спереди. Или мне кажется, спереди Нет. красный вон. Да. Да, контейнер. Я в натуре. Кто первый? Да че вы побежали? Да, как будто не видели, господи. Я ой, первый. Да господи. Ну-ка, что там? Там арбалет синий, сезон сарказуха синяя, чертеж. Забей. Угу, едем дальше. Хотя синий арбалет еще как-то можно использовать. Откуда он взялся? ХЗ. Десант, ё-мо, какой-нибудь эпичный. Откуда десант? Вот там потолок просто. А вот фиг его знает. Ой, этот кристалл светится, оказывается. Да, он светится. Там сидит.
Вот на Айбере некоторые кристаллы прям светятся, а этот, ну, скорее тускленьким таким светом. Вон уже, кстати, терминал. Оп, что за фигня, стой. А что тебе застрял? Не имею понятия. Отвис. О, еще один. Кто? Этот контейнер. Не, это... А, нет, это артефакт, факт, ладно. Контейнер там, что... Да. Колой. Ну вот и все. Я забыл, что тут артефакты для босса прямо выше пещеры. Только если у ледяного титана ему прям перед ним стоит, как у пустынного, то у лесного там свернуть надо. А что тут нема? Чуть-чуть, совсем. Тут же ж был это. Кто? Ну, сейчас мы его на мосту встретили. Контейнер же не всегда везде одинаково спавнит. Бля, иди левее чуть-чуть, что ты меня щемишь? А, потому что меня кусает, мразь. О, что я там за... Что? Что? Я бить могу, чё? Вова, я походу твой прикол словил. Да. Да. Очень интересно, почему, блядь, медведи агрессивные, а волки... Волки пассивные. Не пассивные, а нейтральные. Готов отдать им что-нибудь на то, что если я слезу с гиги, то они начнут меня дубать. Так, ну шо, вот тут вот встаем покучней. Значит, я даже чуть-чуть отрегенился, давай. С тебя это, Вов, сердца сейчас. Так что не призывай пока, подожди. Угу. Чё ты? Ну, сову уж выкинем. А, ну, наверное, надо. Ну, если на мне не надо. Тебе не мне надо? Мне тут 2000 отхилить. Мне вообще ничего хилить не надо. Так не того хилишь. Кого хилишь, да, Вов, не тот. Стоп, ошибочка. Он почти левел апнул, ё... Я же сквозь всю текстурку провалился, потому что он замерз. Кому, гиги? Да. Бывает. Фига ты тут набросал говна всякого. Копья какие-то, блин. Откуда ты их достал? Из живки. Понял, да. Терминал надо кидать. Интересно, а тут случаем нет никакой записки. Была. Да, рядышком там. Да, да, есть. Где? При входе на вот эту. На обелиск. А, я ее, наверное, подбирал. Мы же открывали ее. А у меня. А, вот она. Ну-ка, я ее на гиге подберу, мне надо как раз ему левел апнуть до конца. А, ну да, я ее подбирал. Интересно, про кого? Про что она?
Тут, по-моему, про этих. А прикол сейчас там эти пацаны, которые... Вов, помнишь, где пацаны живут сверху на горе? Ага. Они, наверное, сейчас от жизни охренеют, если в онлайне. Там пацаны живут? Да. Никого там нет. Бивает. Живут на горе. Кстати, никого нет. Куда пошел Ванслот? Ща, подожди, да я записку тебе рассказал же. Про что это? Ясно. Лень. А за Титана, кстати, дают этот опыт? Хотя пофиг мне лично. Увидим. Чё, стартовать? Наш сейчас. Вероятно. Нормально хоть стоите, вроде нормально. Все, стартуем. Советую. Давай. По местам сесть. Садитесь. Я в корзинку. Ну, просто рашкис. Как говорится, координаты блокированы, пора телепортироваться. Побежали. Чё мне именно эта фраза так долго? Координаты блокированы, пора телепортироваться. Сейчас у меня как зафризит? Как зафризит? А нет, довольно быстро. Снимай отъедя. Чё, кабан? Кто кабан? Мне кабан сломал. А тебе-то кто там сидит на мне? А ну слазь с меня. Кто? Не крики. Пацаны, может разойдемся от кучи, а то он тут прыгает. Ты прогрузился, как? Я-то прогрузился, я кивал. А, тихо. Вот. Давайте. Чего вы отстаете-то? Погнали. Поехали. Заходим с хвоста. Кто? А он такого не был. Это а, что не был? Морозит он. Да, морозит. Хорош, а кто меня сзади забагал? Толя? Не знаю. Да меня тоже забагал. Что там, он умирает хоть? Вроде нет, умер. Почему по нему урон не проходит, Алло? Проходит. Аккуратно. Нет, у него в натуре нет урона. Да. И это не шутка. А, аккуратно, замораживает. Ну, дамажим. Да он морозит все вокруг себя его. Паскуда, блядь, сломал ноги. Я же сказал вам. А, слышите, тут он Манага бегает. Дико. Он может перестанет уже? Да хорош морозить ты, скотина. Меня заморозил, падла. Меня тоже. Чё по нему урон не проходит? Да проходит урон. Проходит всё по нему. Не всегда. Я вижу прям цифры. Короче. Только не уводите его никуда, я вас прошу. Не увожу. Ем с хвоста. Серьезный поцик. Да ну ладно, серьезно. А, вы заморожены. Я тоже заморозился. Да, ой, так тюн. У меня урон просто. У меня уже бью два удара. Лопайте.
А сколько он похож уже? Мы его уже сейчас съедим. Так, вот. А вон и мешочек. Забираю. Блин, сейчас отморожусь. Тот же бах. Да, я сейчас. Уходить не могу. Сейчас. Отморозимся, да. Сейчас. Отморожусь. Нет же надписи, что заморожусь. Что за хуйня? Сейчас. Крюком. Да, так нечестно. Ну, короче, тут голова полезная всякая вещь. А. Мое, все мое. Погодите. Вот, пацаны, спасите, я ничего не могу, я не могу двинуться. Я ж скажу, тут баг какой-то шланул. И что там было? Полезности. Так можешь покажешь? Так, работа. А, ну вот, беги мои. Как вообще ходить-то стали, алё? 4 элемента. Я ходить не могу, пацаны. Да, так до сих пор не могу. Ну да. Что делать-то? Как и я. Берешь фигню. Одну. А Вова, знаешь, тебе помогло? О, да. Вижу. О, неплохо так. Что произошло? Что, как? Что? А. Ну, так. Вы ходить тоже все не можете. Да. Да, да. Вот такой вот получился ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк. Желаю всем удачи, не болейте. Всем пока.